Привет, вы на канале Кейн. И сегодня у нас режим под названием Murder Mystery. Но перед началом, спустись под видео, зайди в описание. Кстати, я шериф. Зайди в описание под видео. Там ты найдешь мою ссылочку на Авито аккаунт. Там будет самые-самые дешевые AirPods в розницу и оптом. Всего 349 рублей. Не упускай возможность и покупай прямо сейчас. Мы начинаем. Кто тут орет? Кто убит? На мозги действует слишком. Так, я где-то слышал, убийство было тут недалеко. Кто-то тут у нас. Это все, что ли, такая локация маленькая? Или че? Может, кого-нибудь рандомного убьем, слушай. О, нет, смотри, дверь открылась какая-то. Мне кажется, вот этот убийца. Вот этот вот подозрительный какой-то. Делает вид, что что-то делает. Меня интересует, где все. А, там еще дверь какая-то есть. Подожди. Если он выйдет, я его завалю. Он подозрительный. Пристреляй. А. Нет. 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 Я запорол только что всем игру. Все, waiting for your turn. Ждите. Смотрите, ёпта. Я все заруинил. Я не знаю, не могу что-то попасть, то ли пинги, то ли что, не знаю. И уходим на паузу до второй игры. Что могу сказать? Я мирный. Шанс стать предателем у нас 13%. Чё так мало? Вот это вот подозрительное, уйди от меня. Если она за мной идет, это хана, все. Быстрее, быстрее, быстрее. Тэпай, тэпай. Нет! Беги! Беги! Где она? Нет! Беги, блядь! Беги, 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 беги! Дай мне нахуй! Нет, она за мной! Она за мной! Где она? Она кого-то убила, слышишь? Быстрей, быстрей, быстрей! Быстрей! Все. Вроде оторвался? Не знаю. Она ножки мой. Беги! Ай, блять, она этого убила. Нет, это она! Ай, блять, она меня не увидела, слышишь, блядь. Тупая. Давай тэпай. Нет, блядь, не тэпай. Где время, не пойму. Убей ее быстрее. Где время-то? Сколько нам жить еще? Время не показывается. Так что это, телепортация или что это, не понял? Она кого-то убила. Нет, это никуда, что это есть? Где она? Давай, поехали, поехали. Все, меня тэпнуло. Он тоже телепорт. Вау, монеток. Монеток много. Надо собрать. Монеточки какие? Блять. Нет, нет, пошла нафиг, пошла вон, не трогай меня, уйди в жопу, а, быстрее, быстрее, быстрее. Блять, беги, нахуй. Беги, беги. Нет, не стреляй, пошла вон. Быстрее, быстрее, во-во-во-во-во. Нет, она сюда идет. Телепортация, работай. Работай. Хоть бы работала. Смотри. Блять, куда дальше-то? Не знаю. Куда дальше, блядь? Давай сюда. Тут тихо. А ну. Сколько еще жить-то осталось, я задаю. А где она? О! Что это было? А тут я... О, тут она была? Что это за комната? Может, где тут сныкаться можно, да? Давай тут постоим. Что за сыкать находить как-то? Стоим тут пока. Отдыхаем. Хотя эта эмоция меня выдаст, может. Сидим тут, ничего не делаем. А за ней наблюдать нельзя? Yeah!
Победа, 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 победа. Я единственный выжил, походу, да? Или чё? А, ну да, я единственный выжил. Thanks for your help, yeah. И уходим на паузу до третьей игры. Ну, я понял. Ух ты, она в подвал упала. Мы не предатели, как обычно. Так, 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 так. Не вылази, пожалуйста. Так, кто-то тут. А. Я тут где-то помню свой противник. Он мне сказал. Так, тут где-то же потайной проход был сюда. Я как-то попадал же раньше, я помню. А, вот он что. А ну, актив. Актив. Открой. А ну. Она не открывается больше. Я помню, фура открывалась. Как ее открыть? Блин, наверное, пофиксили. Надо где вообще поток людей ходить. Так безопасный будет. А это кто там сидит? А это бот. У меня есть подозрение, что она убийца. Уйди от меня, сразу говорю. Пошла вон. Людей что-то нет поблизости. Ну так людям бежит. Она что-то там. А! Убийца, вот она. Вот она. Нет, все, у нас шериф пропал. Нет! Ноу! Вперед, 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 вперед! Все, пока тут сидим, нахуй. Нет! Иди сюда. Ой, могу закрыться, подожди. Закрывайся! Как закрыться? Ну не закрывается. Нет, все пропало. Нет. Ну все, я один опять. Все, тут бесполезно. У меня пистолет еще не было, я хочу тоже туда. Опять. Я мирный. Я вот. Мне это надоело, честно. 23% шанс. Не знаю, может как-то скипнуть эту гоночку. Я просто не хочу. Я хочу быть предателем. Убей меня, пожалуйста, пожалуйста. Давай. Гаси, гаси, гаси. Ну чё ты, гаси, гаси. Давай, давай, чё ты, ёпта, обосралась. Ну, ходим тут с людьми. Она боится, блин. А, я микрофон чуть не уронил. Иди сюда. Боишься? Ах, бля. Страшно, бля. Так, ну чё вы тут ходите? Здорово. О, нет. Страшно. Меня убили. Класс. Наконец-то. Я, кстати, я сидел просто 7 каток я. У меня шанс был по 30%. Я просто 7 каток сидел, не записывал. Это просто бред какой-то. Я просто был мирным все это время. Сейчас будет бред, если мне сразу мочнут, это просто будет ужас. Чего они так убегают от меня? Все, блядь, они бегут. Они сейчас меня убьют, походу. Они что-то знают. Ну мне, да, они по звонку играют и что-то меня убить хотят, походу. Сейчас. Я тут найду укромненькое местечко и завалю кого-нибудь здесь. Сейчас я их... Я дал им знание, что типа я не этот, не убийца. Чтобы они не паниковали. Вот тут телепортик. Пошел нафиг. Опа. Что нафиг? Все, она поняла, кто я. Как кинуть нож? Блин. Пацаны, видите? Ай! Капец! Друзья, на этом мы с вами закончим этот видосик. Если вам понравился видос, поставьте по-братски лайк, не ленитесь. Вот, подпишитесь на меня, вот. Зайдите в описание под видео, будет ссылочка на мой Увито аккаунт. Там вы купите все самые лучшие AirPods самого лучшего качества. Можете и другое что-нибудь заказать. Там много всего полезного вам пригодится в хозяйстве. Все. Все вам пригодится? Поставьте лайк, пожалуйста. Подпишитесь на меня. Вот. Авито, ссылочка в описании. Все.
Всем пока. Пока.